Лука! Лукашенко! Невеюшка! Вас сколько лет! Вас сколько лет! Ну, бывай, Лука! Искрометный юмор, трогательная история любви, сюжет простой и понятный, царь-отец, сыновья, стрелы и выбор жен. Добродушному Ивану, как водится, досталась старушечка, да вот только непростая. Во время репетиции актеры Самарта постоянно смеялись. Шутки через край на сказочную тему пришлись коллективу по душе. Да над всеми этюдами, которые вот делали, смеялись постоянно, потому что ну, было очень много разных всяких находок, приколов. И, ну, конечно, поджалось это все немножко, но в итоге в основном весь юмор, который вот нашли, оставили. Ну и дарим всем зрителям. Возрастная маркировка премьерного спектакля театра «Самарт. Свет Луна» от 6 до 106. Русская народная волшебная сказка наполнена славянской символикой, песнями, танцами. Самая завораживающая этническая линия постановки. Ее сочиняли всем миром. Просто пытались придумать, кто антагонист. Добру, кто будет представлять зло. И вот фантазировали, просто сочиняли, потому что у нас нет никаких опор на там какой-то определенный регион. Просто подумали, что там татаро-монгольская ига, и вот и оно вот против русской деревни. Ну и такой вот получился не то шаман, не то колдун, не то индеец, не то просто такой вымышленный, сочиненный. Человек. Как и всегда, спектакли «Самарта» отличают выдумки и невероятная пластика. Главный герой, Иван, словно пружинит по сцене. Руки коллег по цеху, доски, лавки – все идет в дело. Нехитрые, по сути, декорации создают ощущение сложности и многослойности. Персонажей своих актеры по большей части лепили с себя. Говорят, распределение попало в точку. Ну, больше я, наверное, больше я. Он такой, мне он кажется таким милым, очень добрым, очень открытый. И очень честно, я стараюсь больше в эту сторону как бы думать. То, что он быстро на все реагирует, Боже, всему откликается и не принимает все как бы проблемы близко к сердцу. Для него то есть нет проблем, но так и есть. Актеры надеются, что спектакль «Свет Луна» надолго задержится в репертуаре театра. Говорят, премьерить в свой профессиональный праздник – добрая примета. Марианна Мирная, Сергей Баскин. События.